Доброго времени суток, мои шладенькие ютубные пирожечки. Приветствую на канале Йолотюб. Сегодня у нас очередной прогноз на эпических персонажей в баннере второй фазы патча 3.0 Genshin Impact. Напомню, что из легендарок там будут Рираны Ганью и Какоми. Мои прогнозы по-прежнему не являются сливами или официальной информацией. Это обычные предположения игрока, сделанные на основе статистики повторов и доводов логики. Логика, впрочем, работает не особо хорошо, потому как разработчики любят подкинуть нам дичь вроде 4 лучников в одном баннере. Но это не мешает нам играть в угадайку. Если вы не согласны с моим мнением, приносите свои прогнозы в комментарии. Поглядим, кто же окажется прав. Для баннеров не существует четких правил, иначе угадывать их было бы слишком просто. Но есть закономерности. Именно на их основании я и стараюсь делать выводы. Поэтому для начала мы вычеркиваем персонажей из баннеров Юими, а также Тигнари и Джунли. Эпические герои почти никогда не повторяются с перерывом менее 2 баннеров. С Ганью и Какоми не будет Синьянь, Беннета и Юньцзинь, и Фишель, Дионы и Калеи. Переходим к героям с невысокими шансами, хотя порой именно их разрабы решают запихать в баннер. Не думаю, что с Ганью и Какоми появятся Гора, Нингуан, Чуньюнь, Кудзюсара, Кукишинобу, Тома и Хейдза. У них либо малый перерыв, либо они ждут своих спутников-легендаров, как, например, Сара, скорее всего, ждет Райден. Согласно официальной информации, одно место среди четверок точно займет новый персонаж по имени Дори. Она у нас Лоли Клеймор с электроглазом бога. Тоже составит ей компанию. По статистике повторов, хорошие шансы попасть в реранные баннеры второй фазы патча 3.0 есть у таких героев, как Сянлин или Яньфэй, Синцю или Барбара, Розария, Сахароза или Саю, Наэль, Бэйдоу или Рейзер. Да, картина получается очень похожей с прошлым моим прогнозом за вычетом Дионы, так что давайте не будем затягивать. Из пира героев по графику шансы выше у копейщицы Сянлин. У нее перерыв 6 баннеров, а у Яньфэй всего в 4. Пира стихия хорошо сочетается и с Гидро, и с Крио, выдавая мощные реакции. Неплохой вариант сопартийца сразу для обеих легендарок. Далее у нас персонажи для резонанса и взаимной подкачки энергии. Для Какоми пригодился бы гидрогерой, потому что ей неплохо бы ультовать по откату способности. Таким персонажем могут стать мечник Синцю, который с Какоми уже был, и владелица катализатора Барбара, которая во многом похожа на Сангономию своей ролью в отряде и сгодится на роль утешительного приза для тех, кому не упала Лего. У Синцю шансы выше из-за долгой паузы, аж 9 баннеров, и меньшего количества повторов. Поэтому я больше верю в него. Думаю, что одного гидроэпика во вторую фазу 3.0 точно засунут. Потому что перерывы у них солидные, в ближайшем будущем нас ждут новые водолеи, а баннеры не резиновые. Для Ганьюи подходящим вариантом может стать Розария, потому что остальные криогерои имеют слишком малый перерыв. Хотя условного Чуньюня по рофлу и могут закинуть, кто его знает. Если выдать Розарии копье Фалония, энергию она будет заливать отлично. Да и статуйную пачку можно организовать. Анемогерои Сахароза и Саю также могут заглянуть на огонек. Если рассматривать баннер как худо-бедно работающий отряд, то в случае с Ганью и Какоми раздувка может пригодиться. На месте разработчиков я бы повторяла Саю, которая более новый герой и нуждается в созвездиях. Ну и, конечно, нужно больше лолей богу лолей. Да, команде с Какоми не нужен лишний хил, но такие детали разрабов редко останавливают. Геостихия представлена одинокой Наэль. Ганьюй, как и большинство лучников, нуждается в щите. Боевая горничная как раз его и может предоставить. Хил снова лишний, но думается мне, что на него забьют, как на малозначимую деталь.
И напоследок у нас электроклеймеры Razer и Beidou. Еще месяц назад я бы сказала, что ставить в один баннер двоих героев-дублеров с одинаковыми стихиями и вооружением – это очень плохая идея. Но после четырех лучников Робин Гуд, Пати Тигнария лучше не зарекаться. Beidou дольше не было, раньше она уже бывала с Какоми, а Razer не откажется от сверхпроводника при реакции с Крио, к тому же у него недобор по количеству повторов. Не думаю, что это приоритетные персонажи для баннера, но шансы у них есть. А теперь настало время потыкать пальцем в небо. Как таковых наводок от разрабов у нас нет, поэтому прогноз очень примерный, имейте в виду. Думаю, что в баннере второй фазы патча 3.0 с Ганью и Какоми нас ждут Дори, Синцю и Розария, ну либо Сянлин. Барбара, Яньхуэй, Электрики, Beidou и Razer, а также анимешники Саю и Сахароза остаются на подхвате как возможные замены. Наэль, вероятно, пока не повторится, но это не точно. Такие вот дела. Я пропускаю все баннеры патча 3.0, потому что у меня уже есть все герои, кроме Тигнари, которого когда-нибудь из стандарта достану. В мою коллекцию лолей нужна Дори, но я с ней не тороплюсь. Да и с электриками не складывается. Зато, по слухам, скоро нас ожидает очередная электробездна, в которой я буду страдать. А у вас какие планы? Будете охотиться за кокосовой козой или луком Амоса, либо ваша цель – повелительница рыбов и ее волшебный бублик? Кому бы вы не решили подарить сердечко и молитвы, желаю побольше удачи, ранних легендарок и выигрышей 50 на 50. Всего доброго, еще услышимся и пока-пока!